Город Караганда, улица Муканова, и это магазин Раха на Муканова. И эти места я снимал года 4 назад. И сейчас пройдусь еще раз по этим местам. По прошествии 4 лет, естественно, что за это время тут произошли какие-либо изменения. Вот их и зафиксируем. Весна 2021 года. И вот дебильный рэп этот. На автозаправке. Придется, наверное, прекратить. Сейчас пройду вот. И там начну по новой снимать. Не люблю эти долбанные музыки. Из-за них потом идет нарушение авторских прав. И мне это как не улыбается, да?